Я военнослужащий российской армии, Пашков Алексей Владимирович. İşğalçı Rus ordusunun Ukraynaya yeni göndərilən hərbiçisi 3 günlük xidmətdən sonra Xarkov vilayətində təslim olub. Müqavilə əsasında xidmət etdiyini deyən əsker komandirləri tərəfindən atıldığını bildirib və həmvətənlərinə Ukraynaya gəlməməyə məsləhət görüb. Я военнослужащий российской армии, Пашков Алексей Владимирович. Воинская часть 23-626. Призван по контракту. Не ходите на Украину, не слушайте никого, эту пропаганду в военкомат. Тут очень много убитых и раненых, и со мной обращаются хорошо. Тут на самом деле живут обычные нормальные люди. Если не хотите тут умирать, то не ходите сюда, не слушайте никого. Командиры бросили, все ушли, тыкались, мыкались по оврагам, по подвалам. Все растерялись, не пойми кто куда. Решил уйти за границу, но попал в плен. Если хотите жить, не приходите сюда вообще. 3 дня служишь? Служу 3-й день. Командира видел в первый день один раз. Ни еды, ничего.